Так, сегодня буду менять обмотку генератора на мотоцикле SV650S. Здесь находится генератор. Сейчас открутим и посмотрим. Сняли защиту цепи. Так, теперь эту крышку надо открутить. Здесь видно, откуда масло сочится, все в масле. С помощью головки на 8 открутил все болты. В прошлый раз был использован герметик. Использование герметика — очень важный момент, что могут забиться именно вот эти дырочки, и болты не затянутся до конца. Видно вот на некоторых болтах то, что примерно так и получилось. Вот. Ну, все притянулось, надо быть аккуратным. Так, вот я снял ротор. Масло, конечно, надо менять, совсем черное. Вот так выглядит изнутри герметик, который был использован. Вот, соответственно, сама обмотка, которую мне надо поменять. Здесь я сниму тросик и отсоединяю это все. А вот, собственно, про что я говорил, когда герметик попадает в резьбу. Так, чтобы отключить от цепи катушку, сниму сиденье. Кручу вот здесь вот два болтика с двух сторон и снимаем, посмотрим, что дальше. Так, под сиденьем, где стоит аккумулятор, находим клеммы. Бело-зеленый провод идет на катушку. С другой стороны он зеленый, бело-синий. И три желтых провода. Здесь уже переделано. Так, вот эти идут от катушки. С другой стороны три черных провода идут на реле регулятора, реле зарядки. Вот, соответственно, это отключаю, это тоже отключаю и вынимаю старую катушку. Ну вот, собственно, я его и снял. Отключил провода. Теперь осталось открутить шестигранником эти три болта. И вот здесь два. Шестигранник. Пятерка. Вот новый. Как новый. Бывшее употребление. Он здесь будет работать. Вроде бы похож. Так, это старая обмотка. Видны какие-то точки непонятные. Это новая. Здесь вообще поломано. Не знаю, будет работать, не будет. Надеюсь, что будет. Два Б06. Ну вот, все готово. Осталось собрать в обратном порядке. Единственное, у меня тут провод оказался короче, чем у того. Надеюсь, все будет работать.